Самые красивые закаты, конечно, в Сан-Клименто, на мой взгляд, конечно, шикарно. Очень красивое небо даже бывает после заката. Такое вот красочное, посмотрите. А сейчас я вам покажу, как строятся те дома, помните, из, как вы говорите, какашек и палок. Сейчас мы проедем, посмотрим, как там идет строительство, на каком этапе. Вот оно слева, заходит солнце, а вот этот вот поезд идет в Лос-Анджелес. По выходным он, по-моему, всего 9 долларов стоит доехать до Лос-Анджелеса, ехать где-то 1:40. Вот посмотрите, какая здесь красота. Так, тут уже пошли домики, наверное, не особо видно. Все, ждите меня возле домов. А вот мы едем с такой же скоростью, как этот поезд в Лос-Анджелес. Сейчас 81 километр в час или 50 миль в час. Вот, посмотрите, мы идем с такой же скоростью вдоль океана. Сейчас поворачиваем к этим симпатичным домикам, и я вам покажу этапы строительства. Хочу закат показать. Вот, посмотрите, как красиво. Как раз только-только зашло солнце. Вот так красиво. Вот мы подъехали к этим домам. Сейчас их сниму с обеих сторон. Вот, смотрите, они уже на этом этапе. Я через пару месяцев скомпоную видео из этих видео и покажу, как это начиналось, как продолжалось. Вот они, 5 домов. Вот сейчас они на таком этапе. Сейчас я развернусь и вам покажу их с другой стороны. Вот она, школа. Вот, смотрите, эти домики. Вот так они выглядят. Вот будка. Тут стройматериалы, скорее всего, еще пару домов потом воткнут сюда. А самое интересное сегодня, конечно же, небо. Вы посмотрите на это небо. Это просто что-то с чем-то. Это небо. Давайте я вам спущусь, покажу. Я здесь жила 2 года. И, конечно же, я просто восторгаюсь местными закатами. Мы ходили на смотровую. У нас, в принципе, и с веранды было видно. Но вот здесь вот впереди будет смотровая точка. Мы на нее ходили, особенно когда приезжала мама. Каждый день у меня целая галерея этих просто бесподобных закатов. Просто нереальных закатов. Хочу выехать, вам показать. Вот это все дома с видом на океан. И сейчас будет такой самый красивый кадр. Вот, смотрите. Это, конечно, ну что-то бесподобное. Бесподобное. Это просто бомба. Жалко, я не взяла с собой фотоаппарат. Вот. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.